Между тем, как стало известно, большинство американцев считает, что нужно совместно с Россией бороться против Исламского государства. Опрос проводило влиятельное агентство Bloomberg. За создание коалиции с нашей страной высказалось 53% опрошенных. Помимо этого, у жителей США спрашивали, готовы ли они принимать сирийских беженцев. 35% заявили, что не хотят их видеть на американской земле. Поддерживают правительственную программу переселения только 28%. А 11% заявили, что не против приезда сирийцев, но только тех из них, кто исповедует христианство.